Битва подписчиков проводится при поддержке игрового канала Мистера Коко и Prime World Дружба Фракций. Ссылки на группы в описании к видео. Всем привет, дорогие друзья! У нас встречаются Нарик и Лёха 59. Душелов против демонолога. Душелов у нас силовой. Демонолог разумный. Оба взяли по баночке. Интересное противостояние должно быть. Конечно, когда разумный демонолог капнет своих демонов, Душелову не поздоровится. Но, с другой стороны, под ультой Душелов тоже наносит много урона. Кстати, у демонолога снята ульта. Так что, если что, добивать его просто нечем. Пока ничего интересного не происходит. Ребята качаются. Демон хорошо попадает плеточкой. Тут, конечно, душелову особо не попушишь. Попадает сеткой. По душу, он душ не отступает. На его стороне крипов гораздо больше. Поднимает родную землю. Демон бежит на нижний глиф, находит обнову, выпивает баночку, берет вард. Еще одну баночку. А вард ставит на нижний глиф, Душелов находит инвиз. Конечно, поднимать родную землю против демонолога бесполезно. Там она сбивается просто за секунду. Попадает в сетку душелов. Снова поднимает родную землю. Снова попадает в сетку. Получает плетью. Но душелову не привыкли отступать. Тянет жизнь с демонят. Тут уже фуловый. По мане ровно. Покачу 3800 на 3500. Душелов немножко впереди. Бежит на верхний вард. Ой, на верхний глиф, простите. Находит мощь. Демон находит снизу инвиз. Да, ну лезть на душу под мощью не стоит.
Душелову есть уже ульта. Ну, демонолог особо дамага пока не выучил. Сейчас, наверное, будет сетка под башней, нет? Тысяч на 4600. Душ очень быстро забирает пак. Середина реки за душем. Демонолог пока ничего не может предпринять. Так, у душелова готовы апульты уже. Будет он научить или возьмет талант на силу. Видимо, ждет, да, прайма. Что он выучит? Здоровье и сила. Так, ух, как... Какое болючее весло у душелова-то. На верхний глиф находит инвиз. Демон с нижнего забирает мощь. Душ подходит вплотную. Попадает в сеть. Ну, смотрите, он стоит, не уходит. Выхиливает урон. Не попадает демонолог плетью. Кидает на себя щит. Демон врубает свой щит. Снова сетка. Ну вот уже душ нахватал. Но это демонолог под мощью. Как только мощь спадет, скорее всего, инициатива опять уйдет к душу. Еще талант на силу берет. Да, демона уже сильно накидывают. И плеточка тоже больно бьет. Как бы сейчас, кстати. Вот была бы ульта у демонолога. Я думаю, он мог бы дальше пойти под щитом и просто с ульты добить душелова. Урона бы, скорее всего, хватило. Ну, вот смотрите, сейчас, если продолжил, душ тапается на базу. Демонолог сбивает ему телепорт. Подловил. Слушайте, накидывает, накидывает еще с ледяночкой душелову.
Вот как раз не хватает чуть-чуть это ульты. Жмет души под башней. Душелов не рискует врубать свою ульту и бежать на демонолога с веслом. Попадает снова в сеть, плетка, демоны накидывают. Ну вот, пяточка. Остается у душа. До первой ошибки. Так, врубает ульту душ. Но от демонолога все равно, смотри, какой урон проходит от демонолога. 250 хп остается у душа. Он бежит в лес выхиливаться. Эх, знал бы демон, куда ушел в душ, он бы его догнал и добил бы просто. Минута у душевого ДТП. Демон уже начинает пушить башню. У него пуш-потенциал, наверное, побольше все-таки будет, чем у душелова в поздней версии игры. Тем более сейчас демонолог находится в стремительность. Под стремлом-то, смотрите, вот он забегает со спины к душелову. Сетка. И мне кажется, это будет первая кровь. Он его уже не отпустит. Ульта от душа, щит. Он живет, вы смотрите, что-то происходит, он живет. И тот, и другой расходятся на... Не, у души больше хп осталось. 600, но... Демон с демонятами, вот, вот, нехватка ульты опять, в который раз. Демон тпшится на базу. Душ бегает по лесу. Тем более под стремлом душ бы от него, от демона не убежал. Ну, я имею в виду, когда демонолог находился под стремлом. И все, с ульты бы добил. Либо там, я не знаю, каратель. Достал бы он. Запушивает башню. Душ выбегает, попадает в сеть. Демон на ускоре бежит на нижний глиф. Там ничего. В душе есть уже ульта. Скажи нам, Леха, зачем ты снял ульту с демонолога? Неужели она тебе никогда не пригождается? Вот, пожалуйста, тебе яркий пример, когда она бы очень сильно пригодилась. Пуш под ультой, под щитом сразу атакует демонолога. Разбегаются в разные стороны. 12500 на 13500. Тысяча перекач на стороне демона. Душ дофармливает лес под ультой. Ну, игра будет длиться до первой ошибки. Первый штурм. 17-я минута уже подходит к концу. 16-я. Кстати, 3700 хп у душа, 2600 у демонолога. Снова попадает в сеть. Демон ему сильно накидывает. Смотрите, ульта от душа. Нет, под башню он не полезет. Слишком опасно для него. Кстати, у душелова нету корней. Обычно душелову ставят себе корни, чтобы противник далеко не убегал. И он учит таланты на стойкость и на силу, и на здоровье. Зачем только на стойкость, непонятно.
Демонолог же разумный. Находит стремло. И через лес. За спину сейчас пойдет к Душилову. Да, вот 10 секунд до ульты. Заходит за спину, смотрите. Убегает от душа. Вместо того, чтобы на самом деле... О, ульта от душа в ответ. Нет, ни один, ни другой не может нанести такое количество урона, чтобы убить противника. Снова тпшится демонолог на базу. Душ выхиливается в лесу. Ну, что остается делать демону? Не можешь убить противника? Ломай башни. Сверху обнова. Ставит глиф на вард. У души ульта откатилась. Ну, смотрите, Душилов учит таланты, опять же, на стойкость. Очередной талант, я думаю, он будет учить бессмертие, но нет. Попадает в сеть. Ну, таким ходом, на самом деле, демонолог-то скоро убьет Душилова, мне кажется. Хотя могу ошибаться. Урон с руки у них почти одинаковый. Так, демон на нижнем глифе находит инвиз. А душ, смотрите, пошел в лес. Знает ли об этом демон? Он, наверное, услышал, как застанила голда. Душа, вот он, находит душелова. Сетка. И не отпустит в этот раз, наверное. Ульта душа в ответ. Дерись, дерись. Давай, 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 дерись. Отбежал, ударил, отбежал, ударил. Нет. Душилов сейчас ускорится. Да, и демон его не поймает. Ну, нельзя отходить было, нельзя. Надо было драться. Так, демон бежит на верхний глиф. Там инвиз опять. Забирает кота. С двух тычек просто уже. Ну, понятно, уровни такие. Так, 22-я минута у нас идет. Что-то я не понял, что сделал демонолог. Как-то сеткой мимо, что ли, попал? Ну, один другого. Кто кого? Пора, ребят, пора. Сетки еще нету, смотрите, у демона. Сейчас будет сеть. Попал в сеть душ. Может быть, душелов учит стойкость, чтобы от башен не получать урон. Чтобы уже под башню лезть. Демон отступает. И душ начинает пушить. Нет? Не поднимает родную землю. 18 на 19 тысяч стремло у демонолога. Ну, со стремлом, демон, ты должен победить. Уж со стремлом-то. Да, это первая кровь. На 24-й минуте, наконец-то... Произошло это событие, я уж думал, не произойдет. Никогда, конечно, идет жесткий пуш со стороны демона. Там просто башни слетают одна за другой. Выходит Душилов. Демонолог 27-й, Душилов 24-й.
Половина второй башни уже упала. Демон бежит за душем, смотрите. Душ сразу ультует. Ему нужен отыгрыш. Почему он не побежал преследовать демонолога? Непонятно. Эти гонят демонолога на пофиг совершенно. Катилась сеть, попадает душелов в сеть, получает плеткой очень сильно. Все равно бежит за демоном, у демона щит. Души тоже щит. И убивает демонолог душелов под двойными башнями. И душ сдается, потому что прошло 25 минут. Да, вот это было долго, упорно, никто не решался, пока наконец-то демонолог не осознал, что он может. И победа за ним со счетом 2-0. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока.